Не забудь зайти на наш Discord сервер. Здесь вы можете найти и скачать самый топовый чит для Roblox, а также многое другое. Переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь к нам. Переходим к видеоролику. Всем привет! Сегодня я вам покажу крутой скрипт для бомбы-симулятора, либо же симулятор бомбы. Не знаю, как вам будет удобнее. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Он у меня уже скачан. Также ссылочка на него будет в описании. Как вы могли заметить, это уже не Quicks, это другой чит. Вот. И теперь получается, у кого не работал Quicks, вы сможете пользоваться этим читом. Либо же просто скачать. Может быть, он вам больше понравится, чем Quicks. Так, смотрите, чтобы зайти, нам нужен тоже ключ. Он у меня уже скопирован, также он будет в описании. Все, вставил сюда ключ, нажимаем ОК. Все, мы вошли, отлично. Ждем, сейчас чит появится. Вот он. Довольно такой прикольный. Значит, смотрите, есть скрипт хаб. Тут пока мало игр. В дальнейшем добавится. Fast команды, то есть быстрые. То есть Fly, Walk Speed и Speed. Ну, короче, как во всех читах почти. Потом настройки. В принципе, настройки тоже почти такие же, как в Quicks. И меню. А в меню тут Xcode, Inject, Open File, Save File и стереть. Значит, нажимаем Inject. И смотрите, у кого на Inject так же, как у меня, не работает, скачиваем вот это приложение по ссылке в описании. После того, как скачали чит, перенесите папку с читом на рабочий стол. Теперь после того, как перенесли папку на рабочий стол, нажимаем Select DLL, потом рабочий стол, ищем вот эту папку с читом, заходим в нее и выбираем вот этот файл, Easy Exploit DLL. Открываем, потом нажимаем на Roblox и Inject. Так, все, ждем, сейчас должно заинжектиться. Да, все отлично. Все заинжектилось. И теперь копируем наш скрипт. Скрипт, кстати, на бесконечные гемы. Очень даже хороший. Как вы могли заметить, у меня уже довольно много гемов, хотя у меня мало локаций открыто. Так, все, давайте заходим в чит. Вставляем сюда скрипт. И нажимаем Xcode. Вот смотрите, у меня сейчас 250 почти Q. Нажимаем. Оп, 266 стало. Как видите, скрипт работает. Сейчас еще раз нажму. Как видите, прибавляется. Вот постоянно, когда я нажимаю на Xcode, постоянно прибавляются гемы. Но сразу скажу, если вы будете очень жестко использовать этот скрипт, если вы сделаете сумму, допустим, больше, чем у топ-игроков, то есть, допустим, ну, возьмем игрока на первом месте, у него там, ну, допустим, 600 Q, там, 700-800, вот. Если вы сделаете больше этой суммы гемов, то в любом случае вас забанят. Так что, в принципе, делайте все в пределах разумного. А из-за этого я и показываю на фейк-аккаунте. То есть я сейчас довольно много накрутил, и теперь меня могут забанить. Вот. Но если вы накрутите раза 2-3, ну максимум 5, то вас не забанят. То есть желательно больше 5 раз его не активировать. Потому что там вы уже точно спалитесь. Ну, в принципе, у меня на этом все. С вами, как всегда, был AceBan. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока. Yeah, no, girl.